День открытых дверей пройдет в Бобруйск-арене в субботу. Болельщиков познакомят с хоккейной командой «Бобруйск-2». Она уже сегодня открыла сезон высшей лиги матчем против минских «Зубров». В программе и показательные выступления одесско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой, номера танцевальных коллективов и фигуристов. Можно будет записаться в группу по обучению фигурному катанию. Начало в 12, вход свободный.